В минувшую пятницу под куполом Суходольского спортивного комплекса прошли матчи первого тура чемпионата района по мини-футболу. 11 команд в нынешнем сезоне поведут борьбу за главный трофей. Они сыграют в два круга, и это будет самый длинный районный турнир в истории. Он растянется на 22 недели. Первая игровая неделя подарила сразу несколько любопытных противостояний, и два из них прошли именно в пятницу. «Нефтяник» — команда в желтой форме — встречался с новичком турнира коллективом «Дюсш». Хотя «Дюсш» уже выступали летом в чемпионате района по большому футболу и там задали фаворитам жару, выиграв сразу несколько противостояний. В этот раз, казалось, интриги никакой не случится. Уже после первого тайма нефтяники вели с разницей в 3 мяча, а их оппонент не мог организовать ни одну результативную атаку. Однако во второй половине все перевернулось. Игроки в зеленой форме сумели несколько раз огорчить голкипера нефтяника Илью Либакина и не только восстановили равновесие, но и вышли вперед. Причем после того, как счет стал 4-4, «Дюсш» забили 5-й мяч, демонстрируя, что преимущество на их стороне. Неизвестно, чем бы все завершилось, если бы в стане желто-синих не нашелся свой герой. Им стал Сергей Бамбуров. Он забил 2-й, воспользовавшись ошибками оппонента. После этого молодежь как-то опустила руки, и концовка матча проходила уже под диктовку нефтяника. В итоге их победа со счетом 9-5. В другом матче встречались «Колос» и еще один дебютант турнира – «Траектория Сервис», ведомая Григорием Долгановым. В этом противостоянии долгое время в счете вели «Бордовые». Они выигрывали 1-0, 2-1. Все шло к их первой виктории в сезоне, но далее случилась настоящая сенсация. Футболисты в синей форме убойно провели концовку встречи, сумев вырвать победу 5-3. Для «Траектории Сервис» это первый успех в истории. А вот «Колос» начинает чемпионат неожиданно с поражения – хотя в прошлом сезоне коллектив находился в стане лидеров. Как будет на сей раз, покажут ближайшие матчи. Календарь у «Колоса» на старте тяжелый. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3».